утро четверга для 19 детей из многодетных и социально незащищенных семей началось с посещения зоопарка гостиничного комплекса «Орловский». Сюда ребята приехали не случайно. Руководство комплекса предоставило свою территорию для игры в квест, организованную некоммерческим партнерством «Народная дружина» совместно со школой английского языка Language Lab. Квест называется «Остров сокровищ». Он будет на русском языке с элементами английского. Во-первых, изучение английского языка, 10 фраз, я надеюсь, что они изучат. Плюс они сегодня отдохнут, наплаваются, покупаются. Здесь хороший пляж. И с хорошим настроением поедут домой. В Орловском детей ждал еще один сюрприз. Руководство комплекса предоставило ребятам возможность научиться играть в большой теннис. Теннисный центр, расположенный здесь, соответствует мировым стандартам. Тренировки для детей проходят под руководством профессионального тренера по специальной системе 10S, основным принципом которой является создание оптимальной обстановки на занятиях посредством поэтапного и адаптированного для каждого возраста обучения этой игры. Гостиничный комплекс «Орловский» – очень живописное место. Отлично подходит для отдыха всей семьей и дружной компанией. Руководство комплекса активно сотрудничает с администрацией Ленинского района и всегда готовы принимать участие в совместных проектах. Возникла совместная идея для того, чтобы обеспечить интересное времяпровождение детей в летние каникулы, зная, что многие нуждаются в том, чтобы отдохнуть на природе и провести интересно, используя время. Активно проведя время на свежем воздухе и выполнив все задания, ребята нашли клад. Меня сделали капитаном, это достаточно интересно, возглавлять своих же друзей. В общем, мне понравилось. Мы бегали по всей площади, это было очень классно. Были как слаженная команда. Программа «Лето 2015» продолжится до конца сентября, поэтому впереди ребят еще ждет много новых приключений. Юлия Погосян, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.